Друзі, вітаю! Це прямий ефір Ютубу 24 каналу. І найближчу годину працюю для вас. Я Ірина Узлова. І якщо ви зараз тут, значить, ви у правильному місці і разом із правильними людьми. І разом ми наближаємо перемогу. Сьогодні ми поговоримо не зовсім про правильних людей. Ми поговоримо про те, коли світ усвідомить усю глибину зла та цинізму цього так званого руського міра, що це взагалі таке є. Коли світ заборонить Росії бути присутньою на міжнародних майданчиках і перестане шукати діалогу з агресором, і спробуємо знайти відповідь на те, чому цього не відбулося досі. И до поможем всему громадский политический диардж из Соединенных Штатов Америки депутат окружных сборов округа Урок у штате Висконсин Юрий Рашкин, який уже заявляется на наших экранах Юрий приветствую вас в нашем эфире Здравствуйте Здравствуйте Ирина приветствую вас Спасибо как всегда за приглашение и слава Украине Герою слава героям слава и мы найдем убийц как говорит глава нашего государства Владимир Зеленский мы тоже поддерживаем это и главное знаете чтобы не только найти а тот факт, чтобы они были наказаны. Вот сегодня Минобороны России незадолго до нашего с вами разговора сообщила о возвращении 90 российских военнопленных. Они будут доставлены в Москву для прохождения лечения, также Украине, украинской стороне. Удалось вернуть домой 130 наших людей, 126 защитников, 4 защитницы об этом сообщили в офисе президента, но есть уже и те пленные, которые, к сожалению не вернуться домой, не вернуться к своим детям. Вот э, боец 30-й отдельно механизированной бригады имени князя Константина Островского Тимофей Николаевич Шадура вчера выкурил, как все мы видели, последнюю в своей жизни сигарету, сказал гордо «Слава Украине!» и был расстрелян просто очередью из автоматов нечеловеческой армии мира, русской, которая еще говорит, что она несет какой-то русский мир. Что видят, Юрий, о чем думают жители Соединенных Штатов, глядя на такое зверство россиян? О чем думаете вы? Эта жестокость, она захлестнула мир на уровне, к которому мы просто не привыкли. Мы видели э, один, два, несколько случаев, когда террористы, исламское государство обрубало людям головы. После этого ну, просто происходил как бы поток э, э, отзывов и э, реакций со всего мира. А тут мы видим каждый день... Следующие военные преступления иногда даже а, больше, чаще, чем один раз в день, конечно. И это сказывается на людях, вы знаете, потому что, когда в Соединенных Штатах начинают говорить об усталости а, от Украины, потому что даже те, кто полностью за Украину, конечно, устали потому что это, это жестоко, это, это очень много жестокости в нашей жизни. Люди уехали из Украины, из России, из постсоветского пространства, чтобы обезопасить себя и своих детей. И они оказались uh, перед uh, телевизором, по которому показывают знакомые лица, знакомые, так сказать, места и и знакомую почти забытую жестокость. Uh, то, что произошло с этим храбрым героем, uh, которого расстреляли за слова славы Украине, uh, конечно, это 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 не могло не отразиться в соцсетях. Это это образ, который запечатлён. Um, к сожалению, в отличие от uh, человека, который по послал русский корабль, uh, этого героя спасти не удастся. Но есть много героев, которых еще можно спасти. Поэтому я очень рад, что uh, более чем сотни людей удалось вернуться. Потому что когда мы смотрим на uh, тех, кого вернула себе Россия, Понимаешь, что это, что их просто утилизи, утилизируют, утилизируют на следующем поле боя, их развернут, их подлечат а, и и пошлют дальше. И в этом смысле а, у меня было несколько интересных бесед со зрителями просто, потому что я живу в Соединенных Штатах очень давно и я даже не понимаю, насколько в России а, с отвращением смотрит на инвалидов. Uh, у нас uh, человек может быть в протезах, но если тепло он будет в шортах и, и не, тут нечего как бы стыдиться uh, а, а в россии это страна где инвалиды прячутся, где инвалиды выходят, когда людей нет на, на улицах, uh, чтобы беременные женщины не должны смотреть на что-то ужасное это средневековье. Но это средневековье, в котором, которое решило наброситься на весь остальной мир. Поэтому вот, вот то, что произошло, и жестокость это она только повышает градус поддержки Украины. Это то, что эти изверги абсолютно не понимают. Они думают, что они убили человека, который сделал какое-то, как им кажется, ужасное высказывание. А на самом деле они просто разжигают пламя, которое сожжет их всех. Юрий, вы, насколько мне не изменяет память, выехали в Соединенные Штаты, когда вам было 15 лет, да, в районе того. 13, 13, 13, 13 детали, да? детали, да. Да, 13 лет. Вот генетические корни у вас русские, правильно? Ну, это тоже хороший вопрос. Судя по ДНК, я практически стопроцентный еврей ага угу. вот. ну, ты, А ты, потом, а... знаете, интересно, потому что я родился в Москве, и я как бы думаю, патриарши и пруды, это мой, так сказать, родина, так, то, что люблю говорить. Но родина это вообще такое глупое слово, это место, где ты родился. Дом мой в Соединенных Штатах. Но потом я думаю о своих дедушках и бабушках, и, конечно, они приехали из Украины. Вы uh, знаете, и у меня с дедушкиной стороны uh, из Севастополя корни, и из маминой, значит, с от, по отцу из, из Севастополя, по матери из Белой Церкви. Так что в этом смысле Украина вдруг оказалась намного ближе мне, чем я даже как-то думал об этом до этого. И это заметно, и мы вам благодарны. К чему я вообще начала это спрашивать? Как вы думаете, что формирует из людей вот таких нелюдей? Ну, это же вряд ли это только генетически заложено в них. Это все влияние той власти и пропаганды, власти, которая пришла, я имею в виду сейчас именно Путина, взрывая жилые дома. То есть, ну, он же не первый год, не первый раз, ему не жалко своих же сограждан, или как он о них думает, я даже боюсь представить. И какие еще факторы влияют на то, что можно вот так, знаешь, что ты сейчас расстреляешь человека, включи телефон, они там говорили, снимай его, давай. Это вообще как возможно? Но это этика силы. Это означает, что они сильнее, соответственно, они тогда правее. Потому что чем сильнее ты, чем, тем, значит, правда на твоей стороне. Это, опять же, средневековое мышление, с которым нужно бороться. Вы знаете, это очень большой вопрос. И я попробую как бы суммировать несколько пунктов здесь. Во-первых, я, наверное, не встречал ни одного оптимистичного uh, человека с постсоветской территории, который прошел советскую армию. Что-то там происходит в советской, российской я уже не знаю армии когда людей просто ломают вот это такая большая ломка когда человеку доказывают и показывают что он ничего не значит что он крупится и тот кто выше может контролировать и делать с ней все что угодно мне кажется это очень ломает людей и это большая причина почему мои родители хотели вывести меня и моего брата из россии из советского союза потому что они это даже еще было до чечни до первой войны но я бы Мог бы там оказаться, хотя, конечно, многие мои одноклассники откупились и, а, и там не оказались. Но по возрасту это то, что мне как бы оказалось бы в моем расписании. А, и это это большая часть проблемы России. Вторая часть это а, школа. Школа, в которой тоже людей, знаете, у нас в Америке очень любят дискуссии о том, нужно ли школьникам носить школьную форму. И я после советского опыта говорю, зачем, боже упаси, пусть каждый покажет свою индивидуальность, зачем сделать из маленьких детей маленьких солдат, что это такое. А мне люди говорят, ну как же, когда в стране такое вот у нас в Соединенных Штатах есть богатые и бедные, а когда они все в одной форме, то ты не знаешь, кто богатый, ты не знаешь, кто бедный, все одеты одинаково, это помогает детям. И вот вот эта разница в мировоззрении абсолютно как бы занимает время. И вообще школа должна у нас, знаете, я неделю две назад присутствовал, на меня как переводчика зафрахтовали, а, у нас в соседнем городе большая церковь а, спонсировала. 11 украинских семей, женщины и дети, и у них была первая пресс-конференция, пресс, хорошо, хорошие слова, первая конферен, родительская конференция с учителями. И, и меня попросили, чтобы я был как присутствовал как переводчик. Вы знаете, во-первых, все учителя были в слезах, потому что то, что рассказывают эти дети, то, что рассказывают эти мамы, это и благодарность, которую они выражают учителям, это, это, мне кажется, что это было просто очень много культурного шока со всей со всех сторон, потому что, как мне объяснял один преподаватель, который как бы меня, так сказать, водил вокруг, говорит, вы знаете, у нас за последние 20 лет так много изменилось в школе, мы думаем во-первых, о том, чтобы дети к нам приходят, у них жизнь, травма, их нужно как бы сделать из них ну, людей, а образование, ну, это, это мы добавим. Вот. А, а в, то образование, в котором я вырос, это либо ты даешь правильный ответ, либо ты ошибаешься. И, и вот, вот это правильное и неправильное мышление а, приводит к тому, что много людей из бывшего Советского Союза приезжают в Соединенные Штаты и продолжают поддерживать авторитарных тиранов потому что для них это знакомо, для них сила. Силы ⁇ это главное, и вот, вот с этим приходится бороться. Поэтому это еще называют, называется иногда поколенческой проблемой, потому что люди, которые выросли при диктатуре, им очень тяжело доказать, что демократия ⁇ это все-таки выигрышный вариант, потому что они привыкли, что сила может перемолоть. Поэтому у России много, много проблем, которые придется в конце концов им самим решать. Никто за них это решать не будет, это слишком дорогое удовольствие. А вот Украина было бы очень хорошо, если бы Украина вышла из этой войны более демократичной, более, ну, когда говорят Запад, это опять же демократичная страна, которая понимает, что власть меняется, что образование меняется, что люди служат в армии для того, чтобы защитить свою страну, а не для того, чтобы получить стиральную машину или унитаз, мародерством. Вот вот это вся большая разница, которая сейчас. Так как никогда мы видим, развивается, это невероятно важно. И, и общество, которое создается в Украине, э, мне кажется, это общество будущего. И это очень важно показать россиянам, которые так этого боятся и так готовы расстрелять безоружного человека за неправильные слова. Понимаете, это опять он сказал, он дал неправильный ответ. И вот за это он был уничтожен. Так что это я, я тут вижу очень много важного, в чем нужно долго разбираться, но пока что Россия абсолютно продолжает идти под откос. И сейчас мы просто видим результаты всего того, что было натворено за последние сто лет. Я даже вот слушая вас, и действительно, мы уже не раз об этом говорим, сколько же понадобится времени и поколений, чтобы сменилось, чтобы у них что-то изменилось? И да, и нет. Понимаете, в долгую да, а в короткую хотя бы, если бы Останкина отключили. Знаете, так часто приходится обсуждать, что говорят пропагандисты, и они врут. И они, а, как бы, люди смотрят телевизор в России для получения инструкций. Сегодня так, такая, хорошо, значит, мы так говорим. Сегодня этот враг народа, хорошо, этот враг народа, только меня оставьте в покое. А, поэтому в короткую это можно очень легко, как мы видели при Горбачевской перестройке. Вдруг выяснилось, что если пропаганду отключить и заменить на независимые средства информации, то в принципе воздух прочищается очень быстро. Но в долгую это большая работа. Сегодня был у меня разговор с казахским политологом, журналистом Арманом Шураевым. И мы говорили в частности о тех гражданах России, которые убегали от мобилизации, потому что только лишь сам Казахстан во время первой ее волны осенью выехало более 400 тысяч россиян. И на данный момент там остается более 150 тысяч, говорит Арман Шураев. И вот он подмечает, что те, кто выехал, они не пошли с автоматом убивать украинцев. А я вот подумала, а если бы все эти а, люди ну, россияне не выехали, а вышли, вышли бы на площади на свои, не, то, возможно, и те 527 тысяч, которые по данным издания Медиазона пошли все-таки убивать, может и они бы не пошли, может быть что-то все-таки изменилось, но ведь убегать от проблемы это не решать проблему. Знаете, мне кажется, что это продолжение той же этики силы. Эти люди поняли, что они слишком слабы, чтобы что-то изменить в этой стране. Вообще в России, мне кажется, изменить ничего нельзя. Это страна, построенная на вертикали власти и силы, которая при этом не может, не может улучшить жизнь людей, а может только ухудшить их. Поэтому я абсолютно понимаю людей, которые при возможности покинули эту территорию и не вышли на площадь. Потому что они решили, что у них шансы быть лучше гастарбайтерами а, в Казахстане или, или где угодно, но не а, оказаться на поле боя, где их будут просто использовать как пушечное мясо и гнать под а, автоматы и Хаймарсы и все на свете. Поэтому они тут как бы вполне разумно просчитали свои шансы, и поняли, что самые лучшие их шансы срочно покинуть территорию. И в этом смысле тоже, кстати, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, я... Не, не верю в то, что так сказать, генетический код имеет здесь такое же большое влияние, потому что, когда мы видим россиян, которые покидают Россию, то мы видим, что они трудоспособны, что они не против поработать, что они добиваются многого. Да, у них часто в мозгах полная вата и совок оттуда трудно вынуть, но они абсолютно не против поработать, они понимают, что если, если стараться, то долго мучаться, что-нибудь получится, и в в этом смысле они очень часто добиваются большого успеха. Поэтому в каком-то смысле я еще виню просто территорию. К территорию России, которая там что-то извращает людей, которые не в состоянии... Знаете, страна, в которой нет такой концепции, как счастливая старость, это вот еще одна большая разница между Соединенными Штатами и Россией, когда я встречаюсь с довольными американцами, которые всю жизнь свою проработали на фабрике или учителями, а теперь они на пенсии, ездят по миру, радуются жизни, с внуками общаются, нянькаются. Это у них был план, план прошел, и вот они по этому плану живут. Р россиянам это, это даже не в их будущем на данный момент. Поэтому, конечно, лучше, наверное, безопаснее оказаться гастарбайтером. Возможно, эта иммиграция, опять же, не будем забывать, все-таки делается в конце концов для детей. Поэтому э, спасти себя, спасти будущее своей семьи. Ведь в России сейчас просто будет потерянное поколение. Мы уже слышим цифры, что в России сейчас на 10 миллионов больше женщин, чем мужчин. Это какая, какое будущее генетически может быть у такой страны? Это будет страна, которая, ну просто, видимо, с одной стороны будет стена иров, а с другой стороны будет влияние через эти полузакрытые, полуоткрытые границы из Китая, из других стран, которые как бы на этом решат поживиться. Так что в этом смысле Россия бросает себя под всех остальных. А мы вот уже, кстати, думали, Юрий, что, возможно, на место этих а, мужчин, которых у них нехватка, заедут китайцы, к примеру, и на эти территории будут претендовать. Возможно ли это и а, ну, о чем это будет свидетельствовать в будущем? Вы знаете, я слышу истории о том, что китайские мужья считаются ценным ресурсом в Сибири уже достаточно давно. Они, опять же, работящие и вроде бы пьют меньше, чем русские. Поэтому в этом смысле китайцы уже, так сказать, заработали себе определенную репутацию. Насколько а, Китайской Народной Республике нужна именно территория, а, вот а, то, за что так а, сражается Россия, вот у, увеличить свой размер, а, даже непонятно, потому что у них а, достаточно... Много много населения, которое нужно прокормить, которым нужно найти работу, нужно не потерять западные заказы. Конечно, Китаю очень хочется получить Тайвань, но это не, не как бы не с точки зрения расширения территории, даже а в смысле идеологии собственной. Поэтому, насколько им важна российская территория в смысле, так сказать, чтобы это называлось Китаем, непонятно. Но с другой стороны, мы видим, что Владимир Путин уже отдал массу территории под разработку к Китаю, и китайцы въезжают в территорию России. Поэтому 21 век на самом деле границы не имеют уже такого большого значения. А вот идеологически могут что-то изменить те же китайцы? Ну, мы понимаем, что они то вряд ли пойдут вот так на убой, как идут россияне. Даже если там Путин нашел бы какие-то механизмы или кто-то подобный Путину, их мобилизировать, там ведь возможно все, даже самое нереальное, могут ли их влияние как-то что-то изменить и повлиять на тех же там русских женщин глубинки? интересный вопрос который я думаю нужно прорабатывать хорошим писателем как китайская культура может повлиять позитивно на э, великую русскую культуру э, я думаю что хуже быть не может. А, так что а, в принципе мы видим, что даже китайцы больше заботятся о собственном населении, а, чем а, Путин а, или кто бы там на, на его место не пришел, потому что даже их политика, когда всех загнали домой и им не, не давали выходить из дома, чтобы не разносить эпидемию, это все-таки на уровне, мне кажется, выше и более сознательно, чем просто сказать, что вирусы нет, все вперед. Uh, и опять же, по, потому как разные страны провели борьбу с пандемией, мы можем, мы многое сейчас, мне кажется, можем сделать большие выводы о том, как эти страны вообще решают кризисы и проблемы. Россиянам не дали ничего, uh, когда произошла эпидемия, кроме каких-то разбавленных собственных вакцин, которые объявляли, что это великие русские вакцины, uh, так что которые люди при этом боялись использовать, потому что не доверяют, uh, особенно своим. А поэтому, да, я думаю, наверное, китайское влияние было бы, наверное, шагом в правильную сторону для России. Знакомый авторитаризм, так что вполне мог, может привиться. Юрий Рашкин, гости моего стрима. Друзья, я призываю вас ставить лайки, пожалуйста, нашей трансляции. Это поможет тому, чтобы как можно больше людей ее услышали, увидели нас и, главное, поняли сделали какие-то выводы для себя, возможно, и те, кто смотрит нас и в России. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки и задавайте также свои вопросы в комментариях. Я всегда читаю чат и озвучу их. И вот и хочу озвучить, Юрий, один из вопросов. Пишут, как вы думаете, будет ли очередной жест доброй воли? А я так понимаю, что подписчики имеют в виду то, что сейчас происходит вокруг Бахмута, потому что это действительно такая фортеция славности Украины без преувеличений, так оно и есть. И слышим мы, что в Соединенных Штатах также звучат разные оценки касательно и необходимости удерживать Бахмут и значения Бахмута. Вот глава Пентагона Ллойд Остин говорит, что больше это имеет такое символическое значение, чем стратегическое, но у нашего командования другой на этот взгляд. Вы знаете, что вчера было принято решение удерживать Бахмут и президентом Украины Владимиром Зеленским, и главнокомандующим Валерием Залужным. Обоюдно они решили, будут туда отправлены дополнительные силы. А что говорят в Соединенных Штатах о Бахмуте? И по вашему мнению, не как военного эксперта вас, конечно же, спрашиваю, но так, со стороны, насколько вот то, как героически Украина удерживает такие непростые города и каждый метр своей земли в таких горячих точках, показывает тоже, что мы заслужили еще больше помощи еще больше доверия и мы все ближе к нашей победе знаете, я согласен со всем, что вы сказали, и министр обороны Остин, да, действительно сказал, что Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое. О том, что эта территория Бахмута не не имеет стратегического значения, мы как бы говорим уже в общем-то изначально. Даже было непонятно, зачем так русские форсируют этот населенный пункт, когда с точки зрения как бы западных и военных планировщиков он не имеет большого, но ну, не имеет стратегического значения. Но с другой стороны символика важна, и мы видим, знаете, как важен один человек, которого расстреляли, и какую роль может сыграть одна личность. И это подтверждает, кстати, этику добрых дел, потому что человек, которого убили, он, он не был самым сильным, он был слабым, его убили, но он был правым. И, и его правота ⁇ это то, что поддерживает всех нас и будет поддерживать дальше. Поэтому в этом смысле я могу понять, что сражение и битва за Бахмут имеет значение более, более большое, чем а, даже стратегическое. Но мне кажется, посмотрев на все комментарии наших военных и, и министра обороны, и э, с скуления Пригожина, у меня создалось ощущение, что мало того, что его как бы слили, но, видимо, решили в Бахмуте похоронить э, э, ЧВК «Вагнер». Uh, и это uh, происходит очень успешно. Uh, и uh, борьба за Бахмут стала уничтожением тысячи, тысячи, тысяч uh, русских зеков uh, которые, я думаю, что в России ведут смертную казнь, но, видимо, это просто не нужно, когда можно людей послать в Бахмут. Uh, поэтому uh, это ситуация, которая сейчас имеет большое значение символически, и символика имеет большое значение. Посмотрите, uh, президент Байден, который приехал в Киев, это, в общем-то, был очень важный символический жест, и как важен он был, потому что это правое дело. Правое дело победит, и добро победит. А если надо будет сдать Бахмут, то это никак не отразится на помощи uh, Запада или союзников, или партнеров, как бы всех не называть на помощи Украине, потому что Украина уже много-много раз доказала, что она сражается за, свою, э, за свое будущее, и она это делает намного лучше, чем Россия, у которой, казалось бы, были такие цифры, о, такие цифры. А в конце правое дело и, и то, что украинцы сражаются за себя, за свою, за свой суверенитет, за свою страну, это это очень важно. Вы знаете, и для американцев это такое интересное открытие понять, насколько Украина стала осознавать свою свой суверенитет, и свою национальность, политическую национальность, и в общем-то из-за Владимира Путина, потому что вот эти вот эта атака война, которая продолжается 2014 -го года э, создала украинскую нацию э, так, как Владимир Путин не мог себе и представить. И со стороны это выглядит просто невероятно, потому что чего он добивался, чего он хотел получить. И э, э, э... И сейчас мы видим, что уже э, пока что только два пилота, которые начинают и участвуют в тренировке э, на симуляторах, на э, этих на, на самолетах истребителях. И э, у меня нет у меня только вопрос времени, когда появится следующая волна более мощного оружия, потому что мы знаем, что американские военные рассматривают поле боя не только как танки, они смотрят это как, так сказать, земля, воздух, море, все это вместе должно работать и добиваться намного больших успехов, поэтому в этом смысле у меня нет вопросов, что в какой-то момент и F-16 и любые самолеты все это будет. Но вопрос, когда и когда это будет нужно планировщикам на поле боя и и мы видим, что уже начинаются даже не только тренировки, а уже нам уже даже сказали о том, что эти тренировки начинаются. Что мне говорит о том, что мы уже как бы еще на следующей ступени. Но президент Байден абсолютно заинтересован с одной с одной стороны, в победе и быстрой победе Украины, а с другой стороны, это не повлияет серьезным образом на его шансы переизбрания. Так что есть есть для тех, кто думает, что это как-то связано с американской политикой, это не связано таким образом. А, то есть Юрий, потому что у нас тут тоже разные ходили обсуждения касательно вот этих учений на симуляторах. Некоторые говорят, эксперты что-то да, по сути ничего не значит. Вот а, а в нашем командовании а, сила воздуш, воздушных сил Украины Юрий Гнат говорит, что а, в принципе это такой хороший сигнал и консультации продолжаются и на дипломатическом фронте и на военном, и что по сути, а потом надо будет просто инфраструктуру подготовить, адаптировать аэродромы уже непосредственно. То есть, думаете, это не просто сигнал, и, в принципе, это решение на столе, где все вот эти документы поднимаются все выше в этой стопке? Да, я думаю, что это как бы такая вторая сторона медали, потому что с одной стороны президент говорит, что самолетов сейчас не будет, а с другой стороны мы начинаем учить украинских пилотов. Так что это не означает, что самолетов не будет в будущем, и даже наоборот, я бы сказал, это выглядит так, как будто они будут. Вопрос в том, когда они ä, понадобятся, будут нужны. Ä, и потому что даже сейчас планировщики, которые у нас, так сказать, заявляют, делают это наши военные консультанты, в наших СМИ говорят о том, что Украине сейчас больше нуж нужна амуниция, нужны боеприпасы, нужны Хаймарсы, uh, так что заострять uh, внимание именно на F16 в этот момент, uh, или каком-то любом самолете, или каком-либо другом uh, ну, ну да, скажем, самолете, то это, это просто uh, по-английски это называется the next shiny object. Когда мы гонимся за следующим сверкающим объектом. Uh, поэтому, uh, видимо, тут нужно просто дать uh, военно профессионалам делать свою работу. Они, в конце концов, профессионалы. И мы видим, что администрация сейчас заострила свое внимание на том, как передать Украине больше боеприпасов. Потому что черт побери, Украина из... из вот эти все российские орки, их же нужно чем-то утилизировать. И оружие, и боеприпасы, они не из воздуха. Они со складов. они Их нужно производить. Мы не привыкли производить боеприпасы в таких количествах. Но возможно, если мы видим, что Германия отказалась от российских энергоносителей и построила там шесть портов для жидкого газа за последний год, то я думаю, что и Соединенные Штаты смогут выполнить свою часть этого договора, так сказать, и сделать нужные бои... создать нужные боеприпасы для Украины. Юрий, здесь понятно, будем ждать решений действительно людей, которые специализируются больше, чем мы. Я так тоже думаю, что в тот момент, в который нужно, все и придет в таком виде и количестве, как нужно. Я бы еще хотела немного вернуться к Бахмуту и Пригожину, раз мы тоже уже вспомнили. Я вот как раз, вот эта формулировка «сдать Бахмут», ну, с нашей стороны это будет отход, если вдруг будет, если так понадобится, решит командование, это будет не сдача, а отход на более выгодные оборонные позиции, которые уже были построены, с которыми потом можно будет вести, будет контрнаступательные уже операции. А вот как раз со стороны России это будет выглядеть сдачей, по всей видимости, если они на это пойдут. И я так, знаете, все больше задумываюсь почему-то, что все-таки Пригошин даже он может на это пойти, потому что зеки у него заканчиваются. Он начал набирать уже в психбо из психбольницы, без шуток, потому что его даже рекруты подтверждают эту информацию, что даже не нужна справка из психбольницы, приходите и вступайте. Правда, он заявляет тут, что взять Шойгу, некто Алексей Столяров якобы вступил его в ЧВК, но это надо проверять, понятное дело. В то же время мы видим его конфронтацию, которая обостряется, которой вы упомянули с Министерством обороны. Мы видим, что он призывает к каким-то бунтам в Петербурге. А, говорят институт, аналитики Института изучения войны, что уже Россия потратила столько и тех же вагнеровцев под Бахмутом, что вряд ли даже найдет силы их восполнить. И мне так кажется, что и это вся вот эта грязня, которая набирает только у них оборотов. И то, что, по сути, несмотря даже на количество мобилизированных, есть же и другие участки фронта, они у них заканчиваются, а нам оружие идет. Возможно, мы действительно увидим тут этот жест доброй воли, то есть их побег. Знаете, мне кажется, что э, Россия оказалась перед таким парадоксом, когда, во-первых, это все первая победа, потому что они теряют свои войска, если они говорят, что мы победили, а войск у них нету, то что это за победа такая. А с другой стороны, они все больше засасывают себя в болото. И вот это дергание, они только еще глубже и больше засасываются. И когда я думаю о том, как несколько лет назад были эти разговоры э, в России, борьба между телевизором и холодильником, и кто победит, мы видим, как я уже говорил, что холодильник расстреляли. И у меня теперь создается такой как бы, образ телевизора, который вещает на кладбище. С одной стороны, вроде бы все хорошо в телевизоре, а с другой стороны, уже и публики нету. Поэтому Владимир Путин, который так купился на собственную пропаганду, за которую он так дорого заплатил, и которая, ну, в общем, дала ему такую кардинально неправильную информацию, создала у него такое неправильное мировоззрение, за которые он заплатил, теперь может говорить ему все, что угодно, потому что почему бы нет? Мы Смотрите, мы видим у нас бывший президент, который всем рассказывает до сих пор, что у него украли выборы. Но в демократической стране люди понимают, что есть сегодняшние проблемы, которые нужно решать, и то, что происходит, то, что произошло в 2020 году, в 2023 году уже, ну, очень все меньше и меньше людей волнует, особенно когда мы считаем, что это на самом деле были атаки на демократию, и мы все-таки как бы мы не думали о наших политических делах, все-таки демократия и голосование нам все-таки очень ценно, это прекрасно. А то, что Владимир Путин может вещать на свое кладбище и говорить, как там все прекрасно, и как он захватил этот населенный пункт, в котором в Бахмуте, насколько я понимаю, жило около 70 тысяч человек, а сейчас осталось около 4 тысяч это, это, опять же, говорит о том, насколько люди не, не нужны России. Это еще одна как бы такая постоянная тема, лейтмотив всей, всей этой катастрофы. Насколько, опять же, говорили несколько лет назад, что не нужно 140 миллионов для обслуживания экономики, которая держится на трубе. А теперь и трубы нету. Поэтому сколько там нужно населения, чтобы проводить геноцид друг против друга, это абсолютно не имеет никакого значения. Поэтому то, что будут рассказывать пропагандисты, знаете, там один последний пропагандист в одном последнем телевизоре, это, мне кажется, не так важно и продолжает дурить голову Путину, который сам стал той лягушкой, которая теперь медленно варит. И даже поставки нефти, энергоресурсов, которые некоторые говорят, ну смотрите, он продолжает продолжает продавать и финансировать свою войну а, через Индию, например. А, это, это американские экономисты считают, что это вообще даже хорошо, потому что, с одной стороны, он поддерживает достаточно низкие цены на топливо для бедных стран, что важно, чтобы не было там кризиса, голода такого типа. А с другой стороны, это никак не пополняет его казну, потому что и с потолком цен а, на энергоресурсы, и вообще та ситуация, в которой он оказался, он просто раздает теперь свое добро за бесплатно, поэтому э, как бы все те шаги, которые Путин думает, ему помогают удержаться на плаву, э, либо это какие-то экономические сделки со странами третьего мира, либо это э, бесперерывная атака на населенный пункт, который не имеет стратегического значения. Все это ведет к его просто самому еще более большому увязыванию в этом болоте. А и насчет еще одно слово насчет символического значения Бахмута я Вспоминаю Брестскую крепость, которая, да, там не все так было просто, и мы, как дети, которые выросли в Советском Союзе, даже не знали, что это а, вначале было Польшей, и, и там было противостояние, но истории, вот такие военные истории военного героизма, переживают а, а, реальность а, и они а, продолжают а, как бы ободрять людей на на противостояние поэтому а, если даже россия а, захватит бахмут она его не обязательно сможет и удержать а, а, и это ей вредит очень ну как это очень сильно наносит вред россии и это продолжает поддерживать и возбуждать боевой дух украины и всего мира Пишут тут наши зрители, которых я призываю ставить лайки, задавать свои вопросы. Путин не, не сможем, я сюда поможу. Ну, видимо, уже ему и мясо не сильно помогает, и в окружении такое происходит. А Я вот общаюсь тоже с нашими гостями, последние дни слышу такие контроверсионные тезисы, если их сложить в одно предложение, что Путин боится уже даже свое окружение, но в то же время боится менять это окружение. А я вот вас хочу спросить, Юрий, а как вы думаете о окружении? Не боится путина и не хочет ли оно его уже поменять хороший вопрос вы знаете я думаю что конечно оно его боится и оно его давно боится, и в, опять же этики силы это очень важно, чтобы тебя боялись, потому что, если не ошибаюсь, говорил Сталин: бояться, бояться значит уважают. И когда невозможно человеку уважать за то, что он умный, за то, что он разумный, за то, что он мудрый, вот за это Путина уважать нельзя. Поэтому они его могут только уважать за ту силу, которую как он им может навредить, как он их может уничтожить то есть бояться. Это, я думаю, достаточно бесспорно. С другой стороны, их возможности уничтожить его, видимо, лимитируются их собственным дебилизмом и тем, насколько он оградил себя от, в общем-то, людей, что, опять же, он делает уже несколько лет после пандемии, и не только длинными столами, а еще и мощным бункером. И я просто вспомнил картинку недавно. На днях было открытие какой-то станции метро в Москве, и собрались люди и прикатили телевизор, а на телевизоре в телевизоре был на телевизоре не знаю был Путин и, и вот вот такой президент, который вещает непонятно, может быть он уже на Марсе, может быть он уже вообще покинул Солнечную систему, и поэтому добраться до него физически может быть сложно, но это проблема людей, которые там живут и которые под этим, так сказать, ИГО страдают, потому что никто не собирается спасать русских людей от российского ИГО. Может быть, эго может и может помните были в это, где Путин он наверное еще где-то там у себя в России но тем не менее он так боится за свою жизнь и хочет ее продлить но это так шутки ради раньше были сообщения о том что он принимает ванны из экстракта рогов оленей там еще чего-то что продлить себе жизнь а вот еще появились недавно сообщения что он даже спит в криогенной кислородной камере но я думаю что он боится и еще в бункер еще в камеры залазит на самом деле чтобы продлить себе больше физически Видно вот так. Жизнь. Но ну это бог с ним. Пусть спит, где он хочет. А, Юрий, а помните, как все Лукашенко говорил, что он покажет, откуда нападение готовилось? Я говорю, Лукашенко, если бы он не был военный преступник, то мог бы быть замечательный комик. Да. Вот я вам сейчас еще покажу стендап. Целый был, в самом деле. Прошу, это, да, да, по другому. Я вот просто к чему, да. что вы помните, а я вам покажу, вот как он выглядит и что он вообще сказал. Он говорит, что это что-то невероятное. Он там вспомнил и Соединенные Штаты, и ЦРУ. Но это того стоит. Минута нашего внимания, и обсудим. Начало всему было положено, возможно, 8 месяцев назад, возможно, полгода. Нам предстоит еще выяснить. Мы это выясним. Место события – Киев. Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной, разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист, он россиянин с российским паспортом, имеет украинский паспорт, родился в Крымом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, Некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины. В 2014 вроде году айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях готовился для совершения террористических актов. Готовили представители СБУ, но то, что мы увидели, реализовывая операцию в Беларуси, это действительно что-то было невероятное были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован, так у вас говорят в КГБ, на нашу территорию. 27 февраля был совершен этот подрыв А-50У 10 дней. Я так полагаю, молчал Лукашенко, потому что писал это. А вы как думаете? Интересно, что он назвал ФСБшников КГБшниками, как бы по традиции, как бы не, можете okay. называть себя как хотите, но мы это знаем. А, ну это не первый раз, когда ему <свист>, написали вот такую историю. А, мы знаем про, я пытаюсь вспомнить, я, конечно, не помню имени, но адвокат какой-то, который а, был да, из, из Америки, его там привезли, он оказался в России, там его поймали и перевезли в Беларусь. А, так сказать, врагов и недоброжелателей у Лукашенко хватает. И, и родственники у них есть, и в Украине некоторые из них живут. В общем, так сказать, создать легенду можно, но в конце концов мы знаем, что Лукашенко держится на, на кремлевских штыках. Потому что выборы свои он проиграл, он нелегитимный президент, он такой страшный клоун, который сидит и ждет расплаты. Uh, и uh, сколько, как сказать, все это идет по кругу. Он вспоминает опять какой-то очередной агент ЦРУ. Хотя, знаете, это, ну, как бы надо понять, что так же, как uh, ЦРУ не, не имело отношения к Майдану. Также ЦРУ не будет иметь отношения к Белоруссии или к Кремлю, потому что народное восстание, народное волнение невозможно возбудить из-за границы. Это просто не работает. Можно поддержать людей, которые пытаются что-то делать. Вот у нас, знаете, когда в 2011 году был губернатор штата Висконсин, который провел такую реформу, что он, в общем, произошел, как бы люди собрались и произошел захват капитолия. Но это был мирный захват. Туда пришли там студенты. Они спали в этом здании, отказывались уходить. Ну, потом, значит, проголосовали, все это поддержали, все эти ужасные реформы. И народ постепенно разошелся. Но это все было тихо, мирно. И со всего мира звонили люди в местные рестораны, заказывали пиццу заказывали еду для протестующих. И, так сказать, вот, вот такая поддержка, это, это не ЦРУ, это, это, это просто люди со всего мира. И то же самое, я уверен, происходило в Майдане и, и происходило, там, где происходит волнение. Но это люди этой страны. Хотя, конечно, есть версия... Юрия Фиштинского, который считает, что поскольку, вероятнее есть вероятность с его точки зрения, что атака ядерная, если она произойдет, произойдет с территории Беларуси, то поэтому очень важно захватить Беларусь сейчас и свергнуть Лукашенко как можно быстрее. И для этого атака должна идти со стороны Украины. Я с одной стороны не спорю с Юрием Фиштинским, потому что он очень умный человек и дает массу интересной информация, о которой обязательно нужно подумать. Но я не вижу никаких причин, э, 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 ск так сказать, видеть, что э, какие-то такие у Украины своих, видимо, проблем на данный момент хватает, которые нужно решать э, намного более срочно, чем э, какие сказки там рассказывает Лукашенко. А задача западных дипломатов убедить Путина, что это невероятно тупая, катастрофически ужасная идея использовать и даже угрожать ядерным оружием. Поэтому подход сейчас у нас э, не, не тот, который бы даже рекомендовал э, Юрий Георгиевич. Поэтому то, что Лукашенко рассказывает... Ну, ему написали, еще в папочку собрали, он теперь может рассказывать а, о завербованных. Это, это, это какой-то такой страшный черный юмор, но вспоминаешь людей, которые сидят, политические заключенные, которые сидят в Беларуси, и понимаешь, что это все не смешно, что это все очень-очень тревожно, а, и что а, диктатура а, приводит к ужасным последствиям. А вот, кстати, спрашивают наши зрители. Спасибо, кстати, что вы активны, что задаете вопросы и ставите свои лайки. Спрашивают они, что а вот что будут делать те, кто верит Лукашенко, его вот эти верноподданные, когда они, когда или они, если попадут под прямое руководство России. А мы ведь видели те планы, которые в СМИ появлялись по поводу планов захвата России и Беларуси до 2030 года. Конечно, Лукашенко там встал на лыжи, в прямом смысле вышел с сказал, что никто никого не собирается аннексировать, это вообще Россия хотела э, стать частью Беларуси. Но тем не менее, да, а вот что они будут делать? Они же тоже эти риски понимают. Готовы ли они сдерживать Лукашенко все-таки, чтобы он не пошел уже на окончательное слияние с Путиным и с Россией? Ну, мы видим, что, с одной стороны, Лукашенко побаивается собственного населения, что очень хорошо и приятно, и слава, так сказать, ж... живи Беларусь. Я не хочу правильно, так сказать, все сказать, но поддержку украин... белорусскому народу. Но а, приходится выбирать, как бы нельзя, война, которую мы сейчас наблюдаем в Украине, это не война, которую можно как бы сидеть на двух стульях. Uh, и, и придется выбирать. Uh, нельзя сказать, что мы в стране, мы Беларусь, мы как бы тут ни при чем. Uh, это, uh, вот, вот это будет, я думаю, еще менее возможно. А, а то, что будут по этому поводу делать э, люди Беларуси, мы видим, что есть э, партизанские атаки, что э, э, как бы э, пытаются остановить и помешать, чтобы не втянуть Беларусь в эту войну. Э, война в Украине – это это очень плохая была бы новость для Беларуси ввязаться полностью в эту войну. Э, э, и несмотря на то, что границы э, используются России и, и так далее. Тем не менее, сейчас еще мы видим, как Лукашенко, этот страшный клоун, еще играет канатоходца и пытается удержаться на этой веревочке и, и не упасть в полную, так сказать, и остаться наверху и не попасть в войну. Это в каком-то смысле такое в этом королевстве кривых зеркал, это непростой трюк. Но мы видим, что он при этом еще пытается продаться Китаю, как мы обсуждали. Так что у него есть еще какие-то варианты, которые он пытается разыграть. А людям, мне кажется, в Беларуси надо просто понимать, что нельзя сидеть на двух стульях, либо они с Россией, либо они со всем миром, и, и мы видим, что они хотят быть частью западного мира, так же как и Украина, но они, видимо, не, не решились. Я не, не могу никого, так сказать, как бы... Люди решают свои проблемы. Я просто говорю, как это выглядит со стороны. Со стороны это выглядит так, как будто белорусы хотели... Свободы их подавили, их продолжают подавлять. И так же как россиянам нужно спасать себя, я думаю, что белорусам нужно спасать себя тоже. Вот также спрашивают наши зрители, что какая должна быть реакция на то, что Лукашенко просто таки обижает и оскорбляет людей. Вот ведь он сегодня, помимо того, что обвинил ЦРУ, СБУ и все украинское в какой-то диверсии, по его словам, он еще назвал Зеленского не очень хорошими словами, еще несколько раз повторил это слово и добавил такое вызов брошен. Это что может означать, как вы думаете? И действительно, как должен мир и мир, и э, все в цивилизованном мире реагировать на то, что они позволяют себе обижать. Медведев позволяет постоянно оскорблять и тех же немцев, Винолену Берба какой-то бабкой называет. Что это вообще за риторика в современном мире? Ну, это, знаете, мы это уже слышали не первый год от, например, Марии Захаровой. Это и есть российская эскалация. Вы знаете, вот, вот это и есть, когда у них оружие, мало пушечного мяса, уже, так сказать, израсходовано. Что у них осталось? У них остался телевизор, у них остался телеграм, у них остался какие-то места, где они могут трясти кулачками. А будем надеяться, что их можно посадить как бы в зоопарк, чтобы они в этом зоопарке, вот мы люди посмотрели на них, тыкали пальцем и говорили: вот это. Диктатор Беларуси, а он говорит, меня оскорбили, СБУ, ЦРУ готовили там переворот, и мы бы так: вау, смотрите, а если нажмешь на эту кнопочку, ему приносят банан. Как интересно. Так что просто надо это делать, как бы понимать, нас, что это это не важно. То, что как бы они будут говорить какие-то слова с при этом уменьшающимся словарным запасом, то это их проблема, это не наша проблема. Как говорит президент Байден, не говорите мне, что мне важно, покажите мне ваш бюджет. А бюджет России уже давно никому не показывает, потому что цифры у них постыдные, экономика у них в пике, западные компании оттуда ушли, уходят, покинули, там осталось несколько, которые надо продолжать стыдить. Но это, это, это ужас, и они придумывают цифры. Знаете, я просмотрел. смотрел очень интересное интервью с экономистом профессором Ейского университета, который а, вот собирал а, разные репорты по поводу того, какой эффект санкции имеют на Россию. Он говорит: ну мы не можем верить ни одной их цифре, потому что они их придумывают. Мы просто ничего не видим. Сколько стоит рубль? Как кто знает? Его никто не может им торговать, поэтому мы не знаем, что у них там происходит. Такое ощущение, что Путин просыпается с утра и его спрашивают: как вы считаете выглядит сегодня российская экономика? Он им придумывает. А, так что это это опять же Королевство Кривых зеркал, и то, что они там машут кулачками, их это не спасет, и это, наверное, только добавляет э, э, как бы аргументации для прокуроров на трибунале, который, как мы знаем, уже Соединенные Штаты поддержали э, Нюрнбергский трибунал по, трибунал по образцу Нюрнбергского. Э, так что пусть э, они говорят, это как бы они наговаривают себе на, на более высокую меру наказания. Да, сегодня уже 30 стран по состоянию на сегодня поддержало создание трибунала для России. Сообщил сегодня об этом наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Греция сегодня присоединилась, так что работа действительно по этому направлению идет и идет активно. Юрий, давайте поговорим еще, пожалуйста, о Китае, потому что Пекин сегодня тоже вспоминал, вспоминал Соединенные Штаты. Сегодня вот все диктаторы решили вспомнить Соединенные Штаты во всех, обвинить во всех грехах. И вот сегодня вы, был тоже с пресс-конференции министр иностранных дел Китая Циньгань. и он во всем обвинил Запад, говорит, что это Запад подливает Алии, разжигает костер, и также сравнила поставки оружия, ту помощь, которая идет нам, сравнила с поставками помощи Тайваню также. И вот говорит, как это вообще может быть и почему Соединенные Штаты просят Китай не снабжать оружием Россию, тогда как они продолжают продавать оружие Тайваню. А что мы ответим с вами Циньганю? Чем хуже дела у России идут на поле боя, тем громче становится риторика и Кремля, и их пропагандистов, и тех, кто а, заинтересован в том, чтобы Россия не проиграла, то есть Китай. Потому что с точки зрения Китая... «Ослабленная Россия – это прекрасно, а провалившаяся Россия – это нехорошо». Поэтому они как бы ее морально поддерживают слав, слав, добрым словом, так сказать. И мы видим, что это слово высмеивается, потому что когда Лавров сказал то же самое в Нью-Дели, что, мол, мы защищаемся от Украины, то народ просто начал хохотать. Поэтому вот это, знаете, это это не смешно, потому что это смешно, а это смешно, потому что это смехотворно. Но будем надеяться, что как бы вот такой. Добрым словом это все, что будет делать Китай. И в этом смысле победа и скорая победа Украины так важна э, и для Украины, и для Соединенных Штатов, и для всех, 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 включая Китай. Потому что чем дольше эта война растягивается, тем больше туда начнут втягиваться разные игроки, которые пытаются продвинуть свою повестку дня, э, как бы от, отыграться э, от Путина или с Путиным. Э, потому что Китай, конечно, они смотрят на диктаторы, они не хотят, чтобы был пример провалившегося диктатора, чтобы следующим Каддафи стал Путин, потому что там еще и в России могут начать думать нехорошие вещи. Поэтому с их точки зрения это, конечно, плохой пример, если демократии выигрывают и сила проваливается, а правое дело побеждает. Но с другой стороны мы видим, что они боятся силы Соединенных Штатов, экономической силы Европы э, и, и они по этому поводу пытаются что-то делать пока что только еще добрым словом в сторону Владимира Путина что тоже мне кажется просто продолжает помогать ему увязнуть в этом болоте потому что он может думать что а вот сейчас Китай придет на помощь mm -hmm. еще чуть-чуть еще чуть-чуть и Китай решится а Китай не решится потому что Китай думает в долгое Китай понимает что так что присоединяться к этому лузеру под названием Владимир Путин даже если он захват Весь Бахмут это, это не помощь Китаю, которая так сказать, не усилит позиции Китая на мировой сцене, в то время как мы видим, как Соединенные Штаты усиляют свои военные союзы и с Японией, и с Австралией. Вот этот союз ОКОС, который, про который мы как-то слегка подзабыли, а ведь есть же еще так сказать, этот союз. Так что политика Соединенных Штатов очень четко изначально определила Китай как нашу главную угрозу в долгую. А сейчас мы просто это как бы разменная монета, потому что Путин решил ввязаться и э, как бы уничтожить себя и свою страну и и свою, и, и все, что хорошее, что когда-либо было сказано про Россию, теперь э, очень трудно сказать. И знаете, ведь э, когда был Советский Союз, то были люди много людей, которые говорили: вот если бы не Советский Союз, ведь Россия это такая культура, история, и люди они просто под игом Советского Союза. Выяснилось, что после что нет Советского Союза, а история та же самая. Поэтому. Как бы нет только тех друзья, которые остались у Путина, как всегда. Это друзья, которые хотят на нем заработать. И, и то, что Китай делает какие-то заверения и поддерживает риторику Путина, это с одной стороны, как бы говорит о том, что Россия проигрывает, а говорит, с другой стороны, о том, что ей будут продолжать, ее будут продолжать запихивать в этот унитаз, чтобы она как бы всем навредила, но не полностью Пропало, ну у всех своя игра, да, это правда ну и победителем точно в ней будем мы, а кто еще покажет время, а как вы думаете, Юрий а думал ли уже Пекин и Си, что они будут делать с проигравшей Россией? Ну я сейчас не о территориальном об этом мы уже говорили а и о экономических отношениях, и о том, насколько падение России возможно послабит и роль Китая также. Вы знаете, у России всегда же это была, как говорил сенатор Джон Маккейн, заправка, которая маскируется под государство. А что произошло за последний год, это то, что весь мир сказал, знаете, нам такая заправка не нужна. И мир отказался от российских энергоносителей. А они за время, так сказать, своей собственной независимости, с тех пор, как произошел развал Советского Союза, так же, как и до этого, ничего не производят и просто наживались за счет своих природных ресурсов, поэтому а, те люди, которые наживались за, про, на продаже природных ресурсов, теперь будут надеяться, что они могут а, стать а, такими ну, ма маленькими, но важными партнерами Китая, продавая а, топливо в ту сторону, насколько это возможно, насколько это лимитировано всеми логистическими проблемами, а, но по крайней мере Россия может быть каким-то поставщиком а, вот для Китая. С другой стороны, кроме этого, Россия не играет никакой, в общем-то, роли, кроме как а, пытаться каким-то образом ослабить Запад, ослабить ресурсы Запада, чтобы Китай мог чувствовать себя, себя более уверенно. Но, как сказал генерал Ходжес, атака России на Украину разбудила Запад. И это на самом деле не то, что хотел Китай, потому что Китай хотел бы, чтобы мы так неторопливо думали, что у нас все хорошо, что у нас достаточно боеприпасов, и что все идет правильно, а за это время Китай наращивает свою мощь и захватывает возможно Тайвань, потому что, как мы знаем, Си сказал своей, своей армии, чтобы они были готовы захватить Тайвань в течение следующих пяти лет. Не обязательно, что они будут это делать, но что они были к этому готовы. И вот теперь все союзники, все демократические страны мира вкладывают все больше и больше денег и средств в свою оборону. И это не в пользу Китая. Поэтому э, тут э, как бы много составляющих, но чем дольше это продолжается, тем хуже это для России. И Китаю, в общем-то, было бы неплохо, э, так сказать, чтобы эта война закончилась. Поэтому они предлагают э, мирный план на условиях Путина, э, чтобы прекратить это и вернуться к бизнес as usual, mm -hmm. так сказать, к бизнесу, как это было до этого. Но этого на самом деле тоже не произойдет, потому что мало того, что мы уже отказались от российских энергетиков, Ресурсов, а, но мы приводим все больше и больше производства из Китая обратно в Соединенные Штаты, потому что мы понимаем, что наша национальная безопасность зависит от того, чтобы мы производили то, что нам нужно в Соединенных Штатах для обороны и для медицины и, и так далее. Пусть, так сказать, и в Китае, возможно, пусть делают какую-то пластику, которая вредна, это выбросы, вредные для населения, и они эти проблемы решают. А все остальное надо делать в Соединенных Штатах, или по крайней мере в странах, которые. Которые контролируются демократическим путем, потому что э, нет, как бы, ну, нет доверия, доверие потеряно, вот эта риторика привела к тому, что мы не доверяем Китаю, э, и это опасно для наших отношений в будущем, э, даже если эта риторика просто является размахиванием, так сказать, толканием воздуха. Предупреждения Китаю от Соединенных Штатов звучали уже неоднократно и от Джона Кирби, Энтони Блинкин и Джо Байден, если будут они или хотя бы пытаться поставлять какое, поставлять какое-то оружие, прошу прощения, России, то будут предприняты меры. Действительно ли они будут предприняты, как вы думаете, и Китай, он слышит эти предупреждения? Да, это та красная линия, которая была четко очерчена президентом Байденом для, и госсекретарем Блинкиным и всеми остальными, что поставка оружия — это та красная линия, после которой последствия для Китая пойдут по очень сильной нарастающей. Поэтому мы видим, что определенные китайские компании пытаются наживиться на российском рынке, на остатках российского рынка. Но пока что мы видим, что предупреждение о неиспользовании и непередаче России и оружие работают будем надеяться что это будет понимание будет продолжаться да будем надеяться что все таки этика вот такой дипломатической силы она будет работать на тех кто привык жить просто с этикой силы если слово этика даже тут применимо юрий благодарю вас что столько объяснили нас нам моментов разъяснили разложили как всегда легко и при этом глубоко спасибо что были с нами спасибо всего вам. доброго Всігда Всі рада вас відіти. До зв'язку. друзі. Драсьте. Юрій Рашкін, громадський і політичний діяч зі сполучених штатів Америки, депутат окружних зборів округу року штаті Вісконсин. Говорили ми про те, яка відповідальність чекатиме за воєнні злочини Росії, про те, що вже не лишається в неї фактичної союзників на міжнародній арені, і про те, кого ж там звинувачує Лукашенко, і де він сам собі вже готовий шукати порятунок. Працювала для вас я Ірина Узлова. Будьте з 24-ти.